Всем привет, с вами Дмитрий Солодян. Хотели посетить рудник. Нет? Так, не знаю, что я снимаю, но мы решили не проходить затопленную часть мимо, так как я все-таки взял с собой заброду, и мы решили ее пройти. Правда, заброда у нас всего одни, а пошло у нас двое. Как это будет проходить, Шурик, я не знаю. Может, вот этот номер. Она, кстати, была очень чистая. Правда, я тут уже прошелся и все сбаламутил. Поэтому ни хера не видно, что там сейчас. А там камни лежат. Не тонешь еще? Ты посмотрел, блядь, я вижу. Ну как не тону, тону немного. Но не промокает? Промокает. Заебись. Ну и хули с ним. Я там наши, кстати, слышу. Блин, я за нити ряжу зацепился. Эй, нитка, блядь, сраная. О, ебать. Что, утонул? Ага. Ох, ебать. Ты, может, вылезешь куда-нибудь? И ты пиздец, короче. Иди уже так, тебе, по-моему, похуй. Да я вот тоже так думаю. Будем с тобой двое сырых. А? А, так вы здесь уже. Ой-ой-ой. Привет. А вот и наши. А вот и сырой Шурик. Блин, бутылки плавают. Можно туда? Я туда-то схожу. Сходи еще. Я там буду. Да, давай. Бля, что ты припьёшь через эту штуку? Ой, пиздец. Ребята, дайте мне там посадочную эту полосу. Посадочную? Ну? Бля, чувак, ты вообще такой мокрый, а? Плесень какая-то была. Рачников. Вот у нас тем не менее все удачно дальше уходит. Раз становится все ниже и ниже. Что интересно такое копали? Мне кажется, мы тут были. Поэтому пойду-ка я обратно к нашим. Мне у меня долго доставать план. Фу. Блин, когда вода сбаламучена, идти очень плохо. Не буду туда наступать. Я прошел по этой затопленной части, там я не знаю, что видно, и увидел три развилки. Их нету на нашей карте, поэтому... Ты убери, светишь. Да, засвечу. Ну, я там план потом сделаю. Поэтому мы пойдем сейчас и посмотрим. Так, у нас болотники опять все еще одни. Шурик у нас идет
Ну ты прав, тут теперь, короче, нифига не видно. Я один раз прошел, всего лишь половину. Там дальше вода закончится. Нет. Ох, есть. Че, с головой почти. Радует, что тут, в принципе, тепло. Ну да. О, ну это вообще круто. Ох, ебать. Что-то нормально снимает еще? Не знаю. Фига. Да, вроде снимает. Короче, сейчас смотри, мы дошли сейчас до сюда. Ну. Вот. Вот это. Нам дальше. Значит, смотри, когда входи. А смысл-то есть, нет? И все равно, наверное, приятнее. Судя по хлюпающему звуку, как бы, уже насрать. А вот это мы уже вышли за пределы плана. А, деревяга. Ух ты. Видишь, этого уже нет в нашем плане. Как сладко. Так, давай. Ладно, мультучая мышь. Вон. Ой, не свети, наверное. Я уже снимал. Засунь это к себе куда-нибудь. Когда у меня котик. А. Может, план нам уже сильно не нужен. Пойдем сначала налево. Погнали. Такое число, что это более старый туннель. И наоборот, более молодые. Не, ну по сути, потому что как он сделан, как бы. Он, скорее всего, либо расширил, либо вода его вымыла. Ну, нахера, а? Ага. Ну что за пиздец? Блядь. Ох ты, чувак. А мы с тобой, блядь, оооо. Ну, если честно, я-то не очень хочу лезть. Я тоже. Вот. Так, левый-то вроде тупик. Сейчас проверимся. Ага. Хер там, тупик, блядь. О, я нашел медь. Да ладно. Нихуя. Выпросите меня. Это стопудово медь, потому что она как металлическая. Не стрелка, а вот выше. Смотри, она. Ну, я вижу, да. Оксид. Зелененький. А что у меня с фонарем-то? Он тебя светит? Да? Да. Хорошо, что я этого не вижу. Блять, там пиздец. Что там, свет? Не, там нет света. Ты что, тоже что ли? Тут что-то сидище идти. Тут маленькими местами сыра. Так, тут либо поворот, либо снова. Тут еще поворот. А, и все. А нет, не все. Я вроде бы все, и нифига не все. Тут, бля, это пиздец какой-то. А, вода. Тут лужа. А, лужа? Да. Ну, вроде бы. Вроде бы все, что ли. Там дальше я вижу шкурники. На шкурники мы не полезем. Блин. А, кстати, номера есть тоже. 169-й. Да. А там были 60. Слушай, там, по-моему, 67. Еще есть проход. Держи, я схожу, посмотрю. Да, тут еще проход. Ну погнали, хули. Что теперь делать-то? Гер Казак. Ух, ты же башкой ударился. Ух. Тут опять немножко воды.
Так. Слева тупик. Бля, чувак, я, короче, боюсь заблудиться уже. По факту. Стой пока на этой перекрестке. Тут, короче, тупик. А тут вот так, сейчас я пройдусь тоже, посмотрю. Ну все, тупик. Почему тут так глубоко? Тут низина прям чувствуется. Система, это оказывается очень удивленная. Мне конца не исследовательно. Там тоже тупик. Ух. И там тупик, да? Да. Куда? Подожди, дай я пофоткаю еще. Теперь. Так, мы прошли по центральному входу. Дошли мы довольно далеко. Дошли до тупика. Это последняя развилка. Тут тупик. Тут тупик. Сейчас мы сюда пойдем. Пришли мы вот оттуда. Проверяем левую сторону. Так, и тут... Нет, тупик. Бля, тут нифига не тупик. Да ладно. Тут еще развилка. Две стороны. Бля. Тут пиздец. Самая смачная часть, да? Так, с прошлой развилки зашли в один тупик, повернули налево. Так, мы пришли оттуда. Еще одна развилка. Еще одна развилка, да? Еще одна развилка. Ну тут точно тупик. А дальше что, хуйня? Ну пойдем. Тупик! Все, тупик. Возвращаемся обратно на ключевой. Возвращаемся обратно к нашему ключевому перекрестку. Так мы его назвали про себя. Единственное, тут ходы довольно низкие. Сейчас попробую. Короче, мне приходится проходить вот так вот. Это очень неудобно и очень сложно. Сложно. И, честно, я подустал уже ходить в такой позе. Фух. Центральный коридор оказался очень длинный. Я даже не знаю, сколько его оценить. Так, там тупик, там мы были. Я поценил метров 200 или 300 даже. Все, сейчас на повышение идет. Да не совсем. Повыше становится. О, полный рост. Выпрямится. Вот он, наверное. Да. Ах ты ж, мне башку ударили. Затопленной частью оказалось очень много всего интересного. Правда, опять же напомню, что у нас всего одни бахилы и один замоченный человек. Благодаря этому мы пытаемся перейти. А ты ботинки с собой взяла, да? Я тут тащу. Молодец. Как заработать себе на литр? Да, да. Ты пройди сюда чуть-чуть. Сюда пройди. Блять.
Минус один камень. Что ты, Шурик, скажешь по этому переходу? Я мокрый как сучка, но только снизу. Котик, аккуратно. Ты уже все? Что, я пакет зря, что ли, ты сел? Господи. И вот наш посыльный с нашими одними болотниками отправляется в очередной раз покорять это подземное озеро. Сухо? Охуенно. Я представил себе, шел пешком. А ты как будто на авто. Скажи, ты там везде потратил, поставил? Да, ладно. Клёво. А, Димон, я, кстати, твою карту нашел. Да? У себя причем. Интересно, да? Я тебе отдал уже, по-моему. Только здесь. Не, держи пока. Что там, карта не нужна? Ну, пока нет. Ну, что, пойдемте дальше? Че? Ну, че ж, знаешь, что я не пасу, а? Пасы. Главное, не посри. Да главное, не посередине. Тут много куда ходить, много и далеко. А кто не помнит, во сколько мы зашли? Мы в 12, мы в 12, 12 были в Сарманово. Да. Пол первого, ты думаешь? Мне кажется, ну, около часа. Где-то в час мы зашли. Ну, еще машину сколько считается? Ну, где-то, хавали, да? Где-то в час мы зашли. Ну, полтора часа. Сейчас время сколько уже? Без 23. Без 23 нашего. Нет, без 24 нашего. У тебя перевелись часы. Значит, время. Я 4. Выключал в Мурте эту сеть. Сейчас они должны переводиться. А? Ты там? Да. Все, ага, ладно. Тогда я не знаю, сколько. То есть мы, получается, 2 или 3 часа тут? Да. Ну, в принципе, я, кстати, думаю, больше. Вот, то есть мы уже 2 или 3 часа ходим, и большую часть времени, мне кажется, тратим на исследование неизвестной части, которой нету на плане. О, это интереснее. Может, мы все равно можем? Я в другом диапазоне мерил. Нет, он только в микрозиверах меряет. Ну, 4, это может 40 уже. Блин, я устала уже сидеть. Вот так вот как-то хочется в жопу сесть. Надо точку. У тебя есть точка? Да. Блин, давай точку. Ноль 27, господа. Нормально еще живем. Фон уже как бы подходит. Ну, подходит, да, но еще живем. Ой, хорошо, это боже. Находили жопу с тобой. Да. О, у тебя вообще так прикольно. На да, фотике. У меня очень круто. Бля, прям да, прям мне есть клевого. Я потом у тебя от видоса пропал. Вау. Класс. Поэтому дай что-нибудь поговорю. На одной из перекрестков мы нашли вот наконец-то вкрапление меди. Прямо видно, что он металлическая и окись. И, кстати, между прочим, радиационный фон 0.31. О, кстати, именно в этом месте. Засними этот. 0.33. Офигеть. Поэтому 35. То есть уже превышение нормы, господа, идет. Нифига себе, 40. 40. Как раз у меня 0.40. Это щит. Уже превышение. Ага. Поэтому тут долго находиться не стоит. Да. Мне бы еще када. 70. 70. Рентген 70 уже. 72. Превышение в 2,5 раза. О-о-о. Слушай, сама медь, видимо, фоне. И именно вот сама медь. Сама медь, да. Сама медь, да. Ну, рядом, да. То есть я сейчас переключился. Господа, даже тут фон уже выше. Так что долгое нахождение в этих
в этом руднике я бы очень не рекомендовал. А, я, кстати, сейчас мерю на почве. То есть тут почва фонит. Блять, надо все будет отряхнуть, короче. Как следует. Походу дела, сегодня придется выводить радионуклиды из организма. А мы там еще у жила мерили, что в 3 раза превышение. Ёб твою мать. Один из семь. 1,07 микрозиверов. А, это фонит именно вот этот камень. Так, давайте померим. Сейчас я мерю непосредственно в помещении. Тоже превышение нормы. Девяносто два. Вот и все. Мы посетили Строманский рудник. К сожалению, весь мы его пройти не успели. Причем мы не успели осмотреть ту часть, небольшую часть, которая есть на плане. Просто мы не успеваем по времени, потому что очень плохая дорога, и нам надо бы затемно успеть уехать. Вот. Я уж не говорю доехать до Ижевска. Но мы надеемся все-таки сюда вернуться. Единственное, я не рекомендую все-таки тут находиться долго, потому что сейчас у воды, вот я тут померил на спон, и получился 1,07 микрозиверов, что почти в 4 раза превышает норму. Соответственно, находиться тут свыше там, 15-10 минут уже как бы не рекомендуется. Сколько сейчас показал? 0,63. Но в принципе сейчас уже меньше. То есть фон он скачет, какой-то непонятный. Вот. Но, тем не менее, место нам очень понравилось. Оно очень фотогеничное, красивое, интересное, разветвленное и большое. Поэтому место однозначно плюс. Мне палец вверх. И не забывайте подписываться. До новых встреч. Пока.